Привет. Привет. Тебя скрытая камера снимает. Ну посмотри. Где она у тебя? А. Ты ее там не хотел. Там специальный крепеж для телефона. Тепло сегодня? Да. Тепло? Ага. Хорошо. Ну, не хорошо. Вчера очень холодно было. Да, ну да, в центре ездили, холодно было. Слушай, лыжню-то натоптали, как будто она нарезана. Да все, хорошо. Вообще, видимо, из-за того, что снег мягкий был. Нет, плотный был. Какой плотный? Видишь, он проваливается еще. Если бы он плотный был, лыжня бы не натопталась. Не натопталась. Здравствуйте. Йоу. Я даже сниму твой ритуал. Понятно. Надо этой другой стороной, чтобы... В смысле? Там лапка мешает. Там сантиметров 10 еще, наверное. Ты думаешь, 10 сантиметров не доходит? Мне кажется, да. Ну-ка, давай. Ну, 90 точно есть. Метр? Ну... 95. 95 даже. Ну, метр, короче, все равно. А в намёток так там? Да. В колею попадешь там еще 20 сантиметров будет. А, посмотри, тоже все изъезжено. Один тут ехал. Вот поднимешься от 4-го-то. Туда. Но. На этой полянке-то, знаешь, там есть выход в ту сторону. Но. Вот оттуда вот в прошлый раз я шел сюда еще иду, и оттуда выехал мужик. На здоровом ком-то. Ну, так тихонько ехал как-то, не качался какой-то у него такой он. И сюда вот это сидит. Вот, два даже, все идем. Раритетные снегоходы-то? Да? Старенькие, ага. Покажи класс на видео. Покажи, как ты умеешь. Ой, какой класс. Там нас умеет. Чтобы Латушев дрогнул вечером за чаем. Тик-так. Ой, блин, влип я. Синий, 2.5. А у тебя прям ножовка с собой? А вот в кармане маленькая. Ага. Я сейчас тоже все время с ножовкой езжу в снегоходе. Но надо зайти к этому, к Безгину-то, посмотреть. Я что-то давно ничего не смотрел у него. Вот. Вот, видишь, обломали лёжку, да? На, что сегодня-то? Иди. А, это можно сломать её, вон. Она сломается. Сломалась, наверное. А, сломалась.
Ока. Опа, говорю, поаккуратнее, а то сейчас там рухнет. Ну ты даешь. Блин, с тобой опасно, сейчас тут сверху ведь бахнуться может. Блин, да куда мне отходить-то? Да просто пильнуть ее, да и все. Все. Да, оставь ты эти. Давай, покажи класс. Здесь? Конечно. Да. Все, берем тебя в сборную. Сборная Рюминской лыжни. Почему? Я нормально иду за тобой. Почему одной? Конечно. Я из последних сил. Мощно. Фу. Конечно. Вот как замерз дедя. Ой, извиняюсь. Мощно, мощно. Здравствуйте. Иду назад. Классно, спасибо. Сегодня так здорово, прямо на лыжах. Вообще. Погодка идеальная. Фоточку хоть. Не размолкла, а то... Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Давайте. Да, нынче прямо очень много снега выпало. Ага, снимаю. Здрасте. 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 Далеко ходили? До шестерки. Да. Ага. Вот. Ну, молодцы. Давайте, вы докуда? Это, да никак получится. Самое, что там, ага. Я поздно вышел бы. Ага. Ну, сегодня замечательно. Но было погода. Солнце выглядело, вообще думаю, как ага. Здорово. А потом раз, не успел только порадоваться и... Ну ладно, давайте. Ну давай, всего доброго. До свидания.
Хотели на елке место освободить. Так мы гонщики, видите, прям совсем такие. Ты палки слишком далеко заносишь, их надо ставить в район носка, а ты их далеко выносишь. А то ты кучу сил в землю просто упираешься, тратишь. Ты можешь их лучше выше поднять над головой, но не заносить вперед, если уж прям хочется руками махнуть. Ты на YouTube-то что-то выкладываешь? Да, много выкладывал. Так выложи что-нибудь. Ну, это можно мне что-то выкладывал, что-то, да. Я считал, да. На роликах катался. Я тебе отметку сделаю в YouTube на твой канал. Как это? А? Народ может под видео по ссылке сразу на тебя перейти. Я много народу не катался. Знаю, как точить коньки. Там 50 тысяч просмотров. 40. Нет, больше. Нет, туда вон поехали, еще двое вон. Покажи пяточки. Конечно. Ой, да. Ладно, не надо. Ого, клыбо, офигеть. Аккуратно, аккуратно, все. Слушай, а этих двоих, тетеньку, с дяденькой, я вот здесь вот обогнал ведь. Но они что-то... То ли лыжи не едут, то ли отдача, не знаю. Но... Да? Что-то это, видимо, с лыжами не то. Подлип с прострелом. Ну ладно, чё? Пошёл я. Но. Ну давай, пока.